Океаны обеспечивают самые разнообразные формы жизни. Многие не опаснее, чем кажутся. Но в царстве необычных существ внешность может быть обманчива. Один поразительный охотник может отключить дайвера. Электрический скат. Его большое дискообразное тело может весить более 35 килограммов. Хотя этот скат и вооружен взрывным зарядом, он больше похож на бомбардировщик-невидимку, чем на торпеду. Это один из 14 видов скатов, способных нанести сильный удар электрическим током. Его электроэнергия создается в видоизмененных жаберных мышцах, сокращающихся в волнах. Они располагаются по бокам ската от вершины диска до самого хвоста. Во время охоты он удерживает добычу под своим диском, а потом направляет электрический ток к рыбе, разрушая ее тело несколькими сотнями электрических волн. Удар током разрушает нервную систему и вызывает мышечные спазмы. Как правило, электрический скат применяет это оружие для охоты на придонных животных и рыб. Но почувствовав тревогу, электрический скат не нападает, а защищается, выпуская до 50 вольт. Хотя этот скат может выслеживать добычу на глубине более 190 метров, он преимущественно охотится на мелководье в Тихом океане от Британской Колумбии до Северной Мексики. Эти воды магнитом влекут аквалангистов, которые иногда тонут без следов повреждения, снаряжения или внешних травм. Виновником их гибели часто оказывается электрический скат.